Купил технику, получи подарок. В честь 20-летнего юбилея магазин «Эльдорадо» дарит покупателям приятные бонусы. О том, как стать участником акции и получить подарок, в материале программы. Ценники подскажут, какому товару отдать предпочтение. Акция, приуроченная к юбилею «Эльдорадо», стартовала недавно. На товарах, которые в ней участвуют, есть специальный знак. Это значит, что после приобретения этой техники покупатель автоматически становится участником акции и может раскрутить колесо подарков. Любой покупатель может получить бонус, достаточно приобрести акционный товар, вот, и, соответственно, запустить колесо подарков. Приз гарантирован от 500 до 20 тысяч рублей. Участником акции может стать любой. Соответственно, приходите в «Эльдорадо», и призы вам гарантированы. Николай и Татьяна стали одними из первых участников акции. Говорят, повезло совершенно случайно. Пришли выбирать пылесос и получили приятный бонус. Колесо подарков остановилось на отметке 2000 рублей. Теперь молодые люди смогут вложить их в покупку любой техники в «Эльдорадо». Вообще по рации мы не слышали, а пылесос мы выбирали маме на 50 лет. У нее скоро юбилей. Вот это мы сделали ей подарок. Сколько вы выиграли? 2000. А уже планируете что-нибудь на них купить? Ну, пока нет, не знаем, но в следующий раз придем, обязательно что-нибудь выберем. Раскрутить колесо подарков в сети магазинов «Эльдорадо» можно будет до 28 июля включительно, а воспользоваться бонусом до 31 августа. Представители «Эльдорадо» уверяют, покупатели разочарованы не будут. Отметим, что компания в этом году уже третий раз стала обладателем всероссийской премии «Права потребителей и качество обслуживания». Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.